Многие люди уже давно повыкидывали такую замечательную вещь при военном положении, как радиоприемники. Смотрите, в период военного положения могут лишить средств связи, в том числе интернета и прочего. И вы не будете знать новостей. Но есть такие хорошие старые приемнички, которые ловят АМ-диапазон. Даже если света не будет, батареек тут хватает, наверное, месяца на два. Так, попробуем включить его. Ну, тут помех много, компьютер рядом работает. А так, если выключить всю технику в доме или выйти на улицу, то можно слышать весь мир на АМ. Также вот такой приемничек. У этого, конечно, помехозащищенность побольше. Так, попробуем его запустить. Опа. По-моему, радиостанции все заглушили. О, что-то было. Вот. Смотрите, представляете, нет ни света, ничего. И можно вполне себе слушать. Также целая куча батареек у меня там лежит. Это очень незаменимая вещь. Вот это на подобный случай вот это все и храню. Также запас батареек в количестве около 20 штук. В случае чего можно из пивной банки и карандаша сделать батарейки.